Ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой новый видеоролик по ETS 2, либо Euro Truck Simulator 2. С вами я, Андрей Сухин, еду в рейс на Scania R-очке на моей, вот. И также и будет сегодня рейс у меня со Реи до Олибия. Вот. Везу груз корма для животных 20 тонн. И вам желаю приятного просмотра. Ну, а я буду садиться вовнутрь. Вот я внутри, запустил Сканию, сниму с ручника и поехали. Выехал из базы. Здесь направо. И налево уходим. Едем дальше. Ну и также это, друзья, мультиплеер и трагинс НМП. И перестроился я. И едем. Ну и как обычно в Трекинс НМП, как всегда, темно, все будет в описании и в названии. Да, тут красиво место. Сделаю еще один рейсик по Трекинс НМП. Прокачусь тут по мультиплееру. Вот. А то как-то вот хочется немножко покататься и в Трекинс НМП, и по мультиплееру. Обычно тоже, как раньше, народ был. Здесь ухожу направо, здесь ушел направо я, и едем. Тут у нас круговое, направо и налево, и еще раз направо. Ставлю наручник, заглушу двигатель и фары. Ну вот я и приехал на базу. Ну и буду груз сдавать. Ну а вам, если данный видеоролик такой мой понравился, друзья, лайк, колокольчик и кнопка подписки. Ну а в следующем видеоролике услышимся и пока-пока.